Всем привет. Ну что, продолжим бомбить пятые кошмарки с нашим новым питомцем, которого вы уже обзор, думаю, видели. Будем сейчас трешивать дальше. Я просто в шоке с того, что он делает, насколько он помогает. Даже не знаю. Сейчас, думаю, будем просто тащить одна за одной. Я надеюсь на это, конечно. Но это просто жесть, ребят. Так, ну что тут у нас? Тут у нас обратно та же фигня. Попробуем отсюда зайти с угла. Нам надо в первую очередь посливать всех автопрокеров. Так, ну, нет, тыкву слили. Не успели. Окей, делаем перезаход. Так. Сейчас я посмотрю. Так, этот свитки стоит. Ну, вроде все более-менее нормально. Так. Кошмарка. 5-7. Сейчас юнитов найму. Не понял, что это он у меня просит. Вообще ни хрена не понял, это что такое? А, тут и у нас маны нету. Думаю, что за фигня? Думаю, нифига себе, уже по одному саму за юнита просят. Вообще офигели. Да, ребят. Это, конечно, топчик. Так. Давайте одну казарму наймем. Чем здесь в этих пятых? Оно бесплохое. Тут очень много автопрокеров, как и дальше. И нам надо их очень быстро сливать. Из-за того, что у нас тыковка без эволюции, соответственно, без свитка. У нас проблемы здесь с разгоном. Нам надо искать места, где можно хорошенько, скажем так, зацепиться. Так, раз, два, три, четыре, пять. Спамим юнитами. Самое главное, чтобы у нас тыковку нашу не слили. Так, Купидон похрен. Ворожай, ворожай, ворожай. Давай, 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 отхил, отхил, отхил. Самое главное, чтобы не просели пару героев. И, в принципе, так. Ну, что это такое? Это жесть. Как хорошо шли. Хорошо, давайте попробуем зайти через черепа. Хочется все-таки уже дойти сегодня. Пятерочки. Так, берем обратно юнитов. Удивила, конечно, обнова. Очень много минусов. Очень много, как для меня. Это новый питомец. Количество мест на складе. То, что добавили нам бафферов в судьбу. Вот это как бы меня радует. Остальное все. Новый герой там и прочее. Как-то для меня немножко уныло. Тыкву слили. Без тыквы. Хотя у нас есть шанс без тыквы, если мы сейчас быстренько разгон удержим. Шанс у нас, конечно, есть. Ну и ворожай, если даст подхил вовремя. А он его не даст. Хотя у нас есть. Ну. Давайте, давайте, я вас верю, ребят. Хотя бы на 2 звезды затащите. Без тыковки. Так, 39. Ну, пока у нас все загрены. Думаю, будет, ребят. Надеюсь.
ворожей. Вот смотрите, что делает новый питомец. Он просто огонь. Ну, не знаю, ребят. Смотрите, как башенки. Просто станущие башни он обезвреживает. Кулдаун очень маленький. Где-то 2 секунды. Ну, вообще, просто жесть. Если мы без тыковки раньше тут просто дохли, то сейчас благодаря питомцу он станущие башни. Это жесть. У меня нет слов. С таким темпом можно и 7-е пройти скоро будет. Потом более подробно потестируем его еще, но это просто огонь. Я в шоке. Насколько какой-то питомец первого левела может изменить полностью все. Да. Супер. Да, вот так вот. Вот под конец он уже просел. Пять, семь затащили. Что-то решуем дальше. Пять, восемь. Вот такая вот у нас подземочка. 5-8. Очень много станущих башен, очень причем. Попробуем зайти вот отсюда сбоку. Так, череп, душек. Душек, конечно, очень хреново, что он появился. Он сейчас нам поднасрал конкретно. Так, ну тут непонятно. Все равно смотрите, что делается. Там, где Анубис. Сейчас мы черепа этого, думаю, сольем. Самое главное, чтобы у нас ворожей давал подхил. Но тут очень много башен. Проблемно. Попробуем сейчас снизу на черепе разогнаться. Хотя, если Анубис будет выдерживать... Так, череп. Смотрим. Я, конечно, не уверен. Смотрю, очень жестко нас атакуют. Я в шоке. С того, что сейчас происходит, ребята. Таких прохождений кошмарок. Можете просто взять своих там 200-х, просто выпустить и посмотреть, что будет. Их просто сольют. Особенно я имею в виду Анубиса, то есть... А тут раз заморозил ближайшие. Уже 30%. Так, хорошо, он ушел наверх, в принципе, неплохо. У нас, как видите, здесь башенки заряжены на Фрею, на ее голубей. Это тоже плюс. Они бьют не по героям, а по голубям, у которых дохренище жизни. Так, 46 секунд. Ну давайте, 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 затащите хотя бы. Хочу сегодня 5-10 пройти. 40. 42. 43. Сорок четыре. 45. Ну, давай. 15 секунд. 47. 48.
Чуточка, чуть-чуть. 6 секунд. 49. Блять. Сука. Очередной, ребята, трэш-контент получился у нас. Это просто жесть. Такого я еще не испытывал. Унижение от подземок. Жесть. Просто жестко все, конечно, тут. Так, давайте попробуем вот так вот сделать. Раз, два, три, четыре. Морозим тут вдали. Так, у нас остался еще один череп. Но у нас тут разгончик довольно-таки неплохой. Тут мы должны уже, ребята, затащить однозначно через черепа, даже на 3 звезды. Офигеть. Я офигею. С тыковкой воодушевления. Фрея вообще топовый герой на сегодня. Просто на изи затащили. Че, поехали дальше? 5-9. Я в шоке. Вот это, конечно, я удивился. Меня редко чем-то удивишь, но тут просто жесть, ребята. Так, ну это тоже одна из проблемных подземок у многих. Мы сейчас попробуем сделать вот так. Раз, два, три, разгон, морозим. Череп. Ну все. Че, будет 3 звезды тоже? С первого раза. Так, хранителя, блин, убили. Жалко, жалко, жалко. Так, самое главное, чтобы ворожей у нас выжил. Хотя у нас еще тыковка жива. Она будет сейчас давать нам разгончик. 26%, ребят. Держимся. Держимся, держимся. Тыква, давай разгон. Супер, просто супер. Насколько мне этот питомец нравится. Для подземок, ребят, это будет самый топ. Что он творит? Это просто жесть. Вот это топовый контент, ребята. Мы добрались до 5-10. Что я могу вам сказать? Вы сами все видите, что происходит. Вместо сна мы трешуем. Ой, чувствую, тут будет, конечно, весело. Так, что у нас тут по автопрокерам? А тут по автопрокерам ни хера. У нас тут есть череп. Значит, делаем. Раз, два, три, четыре. Блочим. Ну, давайте еще здесь. Сразу, пожалуйста, на 3 звезды. Ребята, это просто аут. Настолько вот этот составчик топовый, имбовый. Просто изи. Дас видос. 5-10, ребят. Пишем комменты, лайкаем обязательно. Забираем топ-награду. Делаем репостики. Та-дан-та-дан-та-дан. Супер. Просто супер. Вот так вот налегке с такой тыковкой 20 уровня. Мы просто разомялись в этих подземочках.
Чё, ты решанём? Попробуем 6-1. Интересно. Мне тоже интересно, ребят, что сейчас у нас будет на 6-1. Сейчас немножко. Сможем ли мы 6-1 осилить? Ну, хотя 5-10, ребят, это уже показатель того, что мы не нубы. Так. Ну, я возьму 50, пусть будет. Пробуем один раз. И идем спать. 6, 1. Одна тоже из проблемных у многих. Пробуем. Раз, два, три, четыре. Морозим. Спамим побольше. Ну, в принципе, судя по тому, что я вижу, можно затащить. Но надо все-таки тыковки. Мы все героев слили. Ну, как видите. А, здесь же у нас и тотемов полно. Но результат уже есть. Будем завтра пробовать дальше трешивать. Все, подписывайтесь на канал. Обязательно по лайку, по 1, 2, 3, репостики. Это просто жесть, ребят. 5-10 мы это сделали. Все, всем пока.